Ну что, всем привет! Нафиячила я вот такой вот, значит, красоты и 10 лошадок еще. Вот, украсила вощину по-новогоднему. 10 штучек. С этой елкой вообще прям обалденно смотрится. Мне осталось 6 баночек в стекле, короче, распечатать наклейки, либо посмотрю сейчас, если они у меня есть. Просто наклею, собираю это все и везу в магазин. Но перед этим нужно еще посылку занести, на почту отправить. Так что сейчас это будет на полочках через час примерно в магазине. Еще попросили краски, то, короче, краски отлила немного. Все, наклейки приклеила, буду собирать. Все свое добро и пошла я на почту. Все, я посылку отправила. Должна будет сегодня вроде как даже с места сдвинуться. Уедет сегодня. Поедет она в Гомельскую область, Калинковичский район. И, короче, у меня тут два пакета, две сумки большие, тяжелые. В итоге решила все равно на тралике поехать. Он уже подъезжает, поэтому нормально, не придется за таксу платить. А там от остановки пройти пару шагов. Смотрите, как тут красиво. В Бургер Кинг зашла чизбургер скушать. И побегу потом домой. На улице так тепло. Нас немножко так припорошило снежком. Ну, в итоге, похоже, очень как будто весна на улице. Тут так вкусно пахнет шашлыком. Шашлык жарят. Ёлочка. Я направляюсь в магазин, куплю продукты. И все, наконец-таки домой. Я буду сегодня отдыхать. Ну, как отдыхать? У меня еще заказ тут назревает из инсты. Надеюсь, сейчас что-нибудь приедет. Я долго тут торчать не буду. Зашла еще в три цены. Колы попить купила. Стояла в итоге на остановке. И приехал автобус, который меня под дом завез. Поэтому я в магазине не была. Может быть, схожу попозже, но не факт. Я так задолбалась, что у меня сил больше нет уже ни на что. У нас уже половина шестого. А я отдыхаю. А я спортом занимаюсь. Она тут качается на полу. А Денис еще на работе до полдесятого. Ну что, вызвала таксу, поеду сейчас в Санту и на Вайлдберриз. Туда и обратно. Ну, забрала. Короче, тут 100 грамм бадьяна. В прошлый раз меня нифигово надурили, как и, собственно, большинство. Написали 500 миллилитров. Я такой думаю, ни хрена себе. За 20 рублей полкилограмма. Угу. А потом реально что-то дошурупила, когда получила. Думаю, ну тут же не полкилограмма. Потом что-то до меня дошло, что я не обратила внимания, что это наполнение полулитровой банки. Бадьяна в полулитровую банку влазит 100 грамм. Ну, собственно, вот за такую банку я отдала 20 рублей. За эту банку я отдала что-то там порядка 12 рублей. Нормально. Все, направляюсь у Санту. Что там так темно. Я надеюсь, что магаз не закрылся. Это ларек поставили там с фруктами. Да в итоге сейчас темень, кажется. И посмотрю, если фикс открыт, ну, вроде открыт, надо крафт-бумагу. И вот не знаю, я ее найду здесь или нет. Если нет, то надо в книжный. Я хочу делать свечи из вощины по 2, по 3. И в крафт оборачивают красиво. Именно А4 листы бумага нужна. Ну, тут, мне кажется, вряд ли она будет. Но так, чисто зайду, гляну. О, прикольно. С Новым годом. Ни хрена не видно. Все. Закупилась. Жду таксу. Такса назад 2.30. Вот что тянуться, блин. Такие копейки и в итоге подвезут меня сейчас домой. Не было крафт-бумаги в фиксе. Да, в принципе, я ее вроде как и не видела там. Но все равно посмотреть заходила. Поэтому надо будет смотреть в книгах. Ну, магазин книги у нас есть, то там точно будет. Ну, либо на Вайлдберриз закажу. Кукусика! Все, я же дома. Купила по маржу. На акции было 5 с чем-то рублей. Две штуки.
Денис Супивас. Бадьянчик. Так, наполнитель кролихи. Соус майонезный. Птицам корм. Последний, кстати, забрала. С Дениса работы. Свертелишек. Короче, чай такой. Чай такой. Иди забирай. Я им моржу. И подушки. Иди забирай. О, на завтра подушки оставляй. Так, еще одно. Не знаю, насколько там получилось. Короче, мандарины, но дорогие. 7,99 уж. А это фаршированные оладьи. Взяла на 14 рубасов. Аж ну вышло. Не хочу ничего сейчас готовить, поэтому купила. 43,04. Отдала за все. Всего за 2 рубля. Всего за 2 рубля. Олень, спать. У нас половина первого уже. Буду монтировать видос. И на понедельник у меня уже заказ есть на магазин. 20 свечей сделать надо. В восьмигранниках. И, собственно... И одну на замену, потому что сегодня случайно задели рюкзаком и разбили одну свечку. Ну, подсвечник разбили. Поэтому надо переделать. Короче, завтра будут банки лить, а в воскресенье их сделаю, в понедельник затащу. А этот вон там сидит. Это там прячется. Олень. Я расческу занесу. Это тут валяется. Этот тут валяется. Кнопа там что-то грызет. Кнопа что-то там шорхала. Олень, ложись, посмотри на время. Половина первого. Ой, ой, ой. Ложись, а то завтра опять, что ли, до полтретьего все спать будут. Нет, завтра выходной, мы завтра пойдем. Ой, бля, с этими утками. Я еще клад буду искать. О, господи. Да, я ракушку там. И ракушки буду искать. Ага, ага, ага. Клад она искать будет. Все, маркиз спит, и ты спать. Где маркиз? Ну, он в коляске. Он маркиз. Он маркиз, сказали. Все, короче. Всем пока. Буду монтировать видос. Всем пока. Олень. Я прячусь от тебя.